Участие в республиканском финале фестиваля принимали 11 команд из районов нашей республики. В течение летних каникул провели несколько этапов, и теперь ребята борются за звание победителей. Главная задача, конечно, вот таких мероприятий – это приобщение детей к здоровому образу жизни, ну и к систематическим занятиям физической культуры, чтобы они дружили со спортом, жили со спортом, занимались спортом. После разминки и торжественного открытия юные футболисты были полностью готовы к матчу. Тем более, что готовились к нему долго и очень упорно. К победе стремился каждый. Мы настраивались прям очень серьезно, тренировались, можно сказать, каждый день. На этот матч у нас цели только победить, выигрывали мы разные места, даже первые. С самого начала матча борьба за победу развернулась напряженная. Юные футболисты активно пасовали и забивали голы в ворота противника. Проходит соревнование при поддержке проекта партии «Единая Россия. Детский спорт». Выигравшая команда будет представлять Мордовию на всероссийском турнире. Валерия Новикова, Владимир Надькин, «Народные новости».